Сегодня на Чувашию обрушился сильный ураган, шквалистый ветер, сильный ливень. Непогода бушевала несколько часов. В Чебоксарах в разных районах ветер с корнями вырвал деревья, свалил заборы и временные опоры. В Кугесях не устояла остановка общественного транспорта. В Красноармейском и Урмарском районе ветер сорвал крыши с домов. По сообщениям очевидцев, скорость ветра достигала 25 метров в секунду. По данным республиканского МЧС, пострадавших от стихии нет. В ряде районов из-за обрывов линий электропередач населенные пункты остались без электроэнергии. Проводятся аварийно-восстановительные работы. В ликвидации последствий непогоды задействованы 85 человек и 35 единиц техники.